с какого-то определенного момента я перестал себе врать. Ну, вдруг оказалось, что я себе врал всю жизнь. Ну, тут я как-то с чем-то мирился, как бы думаю, мне вроде не по мне, да, а я там как-то пристраиваюсь, там, ну, не знаю, там, учитываю эти факторы. Ну, то есть, как бы, вроде так все живут. Подстраиваются, ну, вот, понимаете, да? Вот. Я так жил. Ну, вещи, которые мне были критически, никак. Я, конечно, игнорировал, как-то они не касались моей жизни. Но вещи, которые, там, с которыми я всю жизнь мирился, там, где-то там, ну, просто по жизни, меня сейчас как-то стало вот это особо волновать. Если я себе, как говорится, вот в такой лжи, да, маленькая, как бы, ну, просто я должен с этим смириться. Это так. Это оказывается вот на этом 45-летнем барьере жизни, рубеже там, да, каком-то, сантиметре жизни, на этом, на этой рулетке жизни, ты вдруг понимаешь, что каждое вранье, которое ты сохраняешь вот сейчас в себе, да, ты как бы честный человек, который там, ну, всем говорит, я честный. И я понимаю, что во мне вот этого всего там очень много, прям слой вранья сам себе, потому что там я, ну, где-то я с чем-то говорю еще раз, учитываю факторы, хотя сам не согласен. И я как-то вдруг испытал от этого дискомфорт и решил от себя это все резко отринуть, чтобы этого вообще ничего не было. Ну, то есть просто не мириться с тем, что не хочу мириться. Я чуть паспорт свой собственный не выкинул. Ну, потому что я, что я, зачем, что, для кого все это? Шел с конями. Все же понятно. Как вот относиться? Как они еще хотели? А что за силовые методы вообще? И вот с этого момента вот как-то вот, знаете, я родился на этот свет из ниоткуда и уйду отсюда в никуда. И кто-то здесь мне что-то будет указывать, где мне стоять, где мне что, куда-то что-то я должен кому-то платить. За что? Идите нахуй. Откровенно. Не, это вся эта возня, это херня какая-то. И вот как можно, не, я понимаю, но надо как-то жить. Хера ли надо как-то жить? Ты кто? У тебя этих жизней, ты помнишь все равно только одну. Мы вот это забываем. Я понимаю, что мы обрастаем чем-то, да, там сложно сдвинуть, потом мучаемся. Под старую сраку начинаем мучиться, потому что что-то понимаем, что, блядь, другое все. Не ради этого, иначе все начнется заново. Если вот это как бы не пережить, да, не переделать сейчас. А как переделать, когда уже все, уже как бы в ситуации, ты уже как бы часть этого мира? Ну, я не знаю, я все равно, ну, меня это коробит. Я не понимаю этой системы сегодняшней. Все вот на этом, на этих ценностях построено. Ну, меня это, честно говоря, я не хочу, чтобы мои дети касались вообще этого. Дочь упустил, понимаете? Она выросла, она мудрая, она классная. Она мурая. Не, она не мурая, она молодец. Вот. Сейчас Клим растет. Сейчас еще ребеночек появится, еще не называли девочкой. Прикольно же. Но я не хочу, чтобы они им мозг засирали вот этим всем барахлом. У меня засранный мозг. Я вот сейчас, мне это так мешает. Я так чувствую, что во мне вот этот, как это, штамп уверенности, что все так, как есть, это прямо он неискоренимый, по-моему. Такой тяжелый вообще. Впихали вот такую в бошку, а? Сейчас непонятно, конечно, как с этим выйти. Ласты свесить, там, как говорится, или заниматься, вцепиться. Ну а что, приходится вцепляться? Ты же уже на себя нацеплял, ты же уже не один. Поэтому как-то прешь. Но с другой стороны, что, не выкинешь из башки ты уже того, что есть. Все равно пытаешься, даже не пытаешься. Ты это отпускаешь, это тут же тебя догоняет. А это так работает. Стоит отвернуться от чего-то, к чему стремился, ну, типа там, искренне там, устал, надоело, да? Тут же ты разворачиваешься и оказываешься лицом в лицо уже к решенной задаче. Ну или частично решенной. По крайней мере, открываешь новые рубежи, они тебя заводят, ты начинаешь изучать вопрос дальше. Ну и иногда делаешь паузу. Чем больше ты делаешь паузу, тем лучше, чаще и четче ты получаешь следующие какие-то моменты. И хочешь не хочешь, я вот уже раз 10 бросал это дело заниматься, потому что иногда это просто пугает. Но, блин, все равно продолжаешь этим жить. Ты уже просто живешь так, ты уже понимаешь этот мир так. Да, ты видишь то же самое все, ты такой же, ты как все. Там никто не летает перед тобой. Но ты, блин, все понимаешь. И есть план. Есть план
пониматься до такой степени, чтобы не заиграться в Бога, да, не стать там всемогущим, снова вспомнить себя и думать опять, а нахрена я это сделал, я же только отсюда сорвался. Нет, а быть мудрее как-то, додуматься лишь до той части, что позволит немножко подстраивать происходящее в нужном тебе русле. Ну и делать это более уверенно, а возможно и продолжать серфить по этой реальной жизни до бесконечности, пока не надоест. Почему? Чем не план? Тем более, понимая природу происходящего, ты понимаешь, что возможно все. Все, что ты допускаешь, все, что допускает твое под, сформированный твой портрет. Сложно с ним, ух, он такой прям неповоротливый. Но был бы поворотливый, все так просто не могло бы быть. Там каждый второй бы сейчас бы там растворял вселенную, понимаешь? Ну, мы бы этого не заметили. Все происходит только для персонажа происходящего. Ну, это своя тема. Но неважно. Если ты хочешь, ты можешь стать персонажем более расширенной, как говорится, голограммы. Че себя, как говорится, во всем отказывать? Это же тоже кайф. Мы же здесь ради кайфа, ради эмоций. Чем не эмоции? Представляешь, ты можешь побывать во всей вселенной, оставаясь с собой. Ну, это же круто. Мне кажется, да. Мне не важно, в каком виде там. Энергетическом там, или эмоциональном, оставаясь собой, помня себя. В этой памяти, в этом сознании, ну, в этом, как говорится, в этой сборочке, понимать все как зритель такой. Это ж кайф. И можно везде все исследовать, но ты как бы все равно ничего не знаешь. Ты все понимаешь, все принципы, тебе доступные вещи, которые позволяют тебе быть бесконечным, там, не знаю, воплощаться, развоплощаться, перемещаться во времени, в пространстве, куда хочешь. Все возможно. И ты в этом кайфе живешь. Пока, говорю, пока не надоест. Мне кажется, это забавная вещь. И об этом можно рассуждать серьезно. Ну, я вам со своей колокольни, своего понимания происходящего, со своей базой экспериментов, которые я всю жизнь провожу, говорю достоверно, так это и есть. Меня самого-то кошмарит, это не все так просто. Вы думали, все, я умею, все рулю, да я бы жил, сразу бы сейчас что-то это. Я бы просто воплощал бы все, что мне нужно. Нет. Но то, что ты делаешь, и ты понимаешь, что это происходит из-за тебя, это делает твою жизнь ну, намного, намного другой совсем. Ну вот, из стендап-загона получился какой-то рекламный, короче, этот буклет. Приходите к нам, мы научим вас подруливать происходящее. Все не кай.